Тебе, как всегда, все равно? А нет, ты изволила. Привет. Так, всем добрый день. Мне бы, наверное, хотелось сказать, что это обзор покупок, но вообще я ездила в торговый центр, чтобы купить там себе штатив. Мой просто... Сейчас его оцениваю. Был куплен на Озоне за, мне кажется, там 300 рублей. И на самом деле прекрасный штатив, но так как я понимаю, что в последнее время я часто снимаю видео, я хотела себе купить такой длинный штатив, чтобы он мог достигать и 2 метров, допустим, в высоту. И это удобно, потому что не нужно с собой таскать стулья или там постоянно пробовать поставить штатив на диван или на кровать. Он у меня постоянно падает. Но что-то тут какой-то дефицит этих штативов. Точнее, они есть, но почти все с вот этими кольцами, с лампой кольцевой. А мне она не нужна, поэтому, наверное, если поеду... Если кто-нибудь поедет в Грузию, или если я сама поеду в Москву, то куплю на Озоне, потому что там вообще как грязи этих штативов. Но зато я купила себе половник. То есть должен быть какой-то прекрасный половник. Мой просто, он был чудесный, но от него постоянно отваливалась ручка, и почему-то я не хотела его менять, я постоянно вставляла эту ручку обратно. Но так как половник деревянный, уже разбухла вся вот эта верхняя часть, и спасти его мне не удастся. Вам нравятся такие обзоры? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Ну, кроме половника, еще мы зашли в магазин, покупали мужу одежду, так просто по мелочи какую-то базу. У него на самом деле шопинг просто идеальный. Я бы сама так хотела ходить в магазин, потому что он просто сидел в примерочной и просил, чтобы я ему приносила вещи, которые мне нравятся, и он бы их мерил. В итоге я ему все приносила, ему все нравилось, и, собственно говоря, вот так вот мы сходили с ним в магазин. Тут была одна прикольная рубашка. Я, в принципе, всегда покупаю рубашки в мужских отделах, поэтому я рассчитываю на то, что смогу у него брать. Очень красивая, такая легкая, по-моему, она сделана из льна. В общем, очень симпатичная, тоже там с белым топом. Смотрела его хорошо. Если что, это Massimo Dutti. Да, это 100% лен. Там вообще очень много красивых рубашек из приятной ткани, так что рекомендую. И раз уж мы поехали, в Заре взяла просто обычную. У меня базы много не бывает, тем более, когда большой выбор разных цветов. Вот я понимаю, что у меня реально есть одежда на все случаи жизни. Мне всегда есть что надеть, я не сталкиваюсь с этой проблемой, что мне нечего надеть. Когда у тебя 300 маек всех цветов, там лосины тоже всех цветов, рубашки всех цветов, то... В общем, я просто никогда не покупаю себе одежду с разными принтами. У меня очень мало какой-то яркой одежды, поэтому мне легко вот... придумать, что надеть в спешке и без нее. Поэтому вот еще одна футболка, она майка, она такая ля драная немножко, и я поняла, что у меня почти нет ничего серого цвета, так что... И платье тоже супер базовое, что-то меня сегодня потянуло на серый, ну, такие длинные платья, обтягивающие, я такие люблю, и когда у них верх как раз напоминает майку. Прикольно, что это платье в рубчик. И последнее, что я купила, это шампунь, так как мой уже заканчивается. Вообще, я всегда раньше имела разные шампуни, там, допустим, 2 или 3. Потому что если я пользуюсь чем-то одним, то потом я перестаю замечать эффект от этого шампуня. Поэтому я решила попробовать что-нибудь новое. И это был шампунь от Kérastase и кондиционер тоже для волос от Kérastase. Насколько я слышала, они хорошие. У меня, кстати, никогда не было шампуня от них. Так что я попробую. Пахнет тоже очень приятно. В общем, протестирую и скажу, это будет не скоро, голову МС в год.
Зато удобно, они заканчиваются не так быстро. Но я хочу сказать, что меня можно поздравить. Да. Я вешу почти 50 килограмм. В общем, ситуация такая. Зимой на новогодние праздники я прилетела в Москву, встала на весы и была в шоке, потому что я весила 45 килограмм, что очень мало для моего роста. Там сколько он где-то? 172. Я сразу забила тревогу, потому что я понимаю, что это вообще ненормально. И я долго думала, изучала свое тело и поняла, что, видимо, мне не сильно подходит веганское питание, потому что как только я добавила в свой рацион курицу, хотя вроде бы там куриная грудка, это единственное, что я ем, она диетическая, но вот стоило мне начать ее есть, и я сразу начала набирать. Хотя раньше я ела просто ведрами хумус, как раз на нем люди обычно толстеют, ела там много разных орехов, но там, это никак мне не помогало. И сейчас я не могу сказать, что у меня там какие-то огромные порции, я ем там всегда 3 раза в день, никогда не перекусываю, но при этом вот я так постепенно набираю вес, занимаюсь спортом, и это, в принципе, то, чего я хотела. Там гармонично немножко набрать, вот, наверное, где-то 51 будет для меня оптимальный вес. В общем, я очень рада и чувствую себя гораздо более энергичной. И еще одна потрясающая вещь — это то, что у нас теперь вроде как стабильно тепло. Я так этого ждала. Просто я тоже рассказывала, мы живем на горе, и вроде бы идти до центра Вайки пешком 5 минут, но у нас тут значительно холоднее, тут очень сильные ветра, зимой у нас вообще чемоданы по балкону летали, и с этой недели походу будет так каждый день примерно 28 градусов. Это, конечно, просто мой рай. Если меня спросят, что я выберу, зиму или лето, конечно, это будет лето, горы или море, это будет море. И я ждала еще момента, когда можно будет начать заниматься йогой и спортом на балконе, потому что он у нас довольно просторный, можно раскинуться по полной программе. Так что я пошла исполнить свою мечту. Thank you.
что я чудесно позанималась, правда, очень ждала тепла. И сегодня у нас понедельник, это значит, что Всемирный день уборки. Вообще, на самом деле, я хотела заняться немножко некоторыми ящиками, сделать их поорганизованней. Ой, вообще, будь моя воля, если бы я понимала, что мы не будем откуда-нибудь переезжать хотя бы минимум года два, то я бы себе накупила всех контейнеров, вот этих вот емкостей для хранения. Обожаю вот эти стеклянные банки, когда ты в них насыпаешь все крупы, макароны. Но такие баночки, они не дешевые, а оставлять их потом вообще не очень. Так что буду просто стараться все сделать чуть поаккуратнее. Конечно, сама себя посмеялась, когда мне пришло в голову просто разрезать наши коробки. Я как раз хотела выбросить. Ой, так что вот. Если бы вы знали, как тут вкусно пахнет. Прошел просто такой прям сильный ливень, при этом тепло. И у меня такое ощущение, что я живу на даче. Просто потрясающий запах. Вы представляете, но муж мне добыл какой-то профессиональный штатив. И вот тут все вытаскивается во всякие стороны, куда захочешь, и даже вот можно его гнуть. Короче, я в шоке. Ну все, теперь, видимо, не этот влог, но следующий должен быть на каком-то новом уровне. Во всяком случае, я на это надеюсь. У нас просто нереальный дождь и град.
заканчивать видео. Я просто хотела сказать вам огромное спасибо, что вы смотрите, что вы ставите лайки, что вы пишете комментарии. Это просто невероятное чувство, когда ты видишь обратную связь. Вот так. Все, спасибо вам еще раз и до новых встреч. Пока-пока.